После двух побед подряд, наверное, работается легко и с удовольствием? Ну, безусловно, выигрывать всегда приятно. Так что сейчас с хорошим настроением играем и готовимся к следующей игре. После трех матчей без побед два раза выиграли, забив сначала три мяча, а потом четыре. Что изменилось? Стали лучше реализовывать свои моменты? И до этого хотели выиграть, просто немножко не получилось, а в этих двух играх, да, удалось реализовать все свои моменты. Надеюсь, и дальше будет так же продолжаться. В Краснодаре удалось забить каждому из трех нападающих, выходивших на поле. Конкуренция за место в составе обостряется? Ну, это хорошо, что всем нападающим удалось забить. По поводу конкуренции, я думаю, конкуренция была и есть у нас с самого начала. Просто вот так сложилось, что все забили. Мне кажется, хороший фактор. Что знаешь о сопернике? Ну, «Спартак-2» – молодая команда, хорошая. Соседи наши в турнирной таблице, так что ждет интересная игра. Дорогие болельщики, в субботу нас ждет непростой матч, и нам очень нужна ваша поддержка. Приглашаем вас на стадион.